легендарный сундук сломлен. И у меня... Всем привет, ребята. Мы играем в Roblox. И у меня 114 миллионов. Офигеть! Давайте купим какой-нибудь. Смотри. Опа! Это что за редкий? Радужный сундук кто-то, смотри, открыл. Копает. И я с ним покопаю. Так, подожди. В смысле у меня рюкзак полный? Что так быстро наполнился? Мне интересно, а кто откроет? Я открою или он? А ну-ка. 400 тысяч, 300 тысяч. Мы вдвоем фигачим радужный сундук. Кто ж получит деньги, интересно? Вот это прям новости. Блин, у меня рюкзак полный уже. Да, я с кем-то стою. Обновлю я сейчас, короче, рюкзак конкретно причем. Потому что он мне маленький, мешает. Сейчас посмотрим, кто же заберет деньги. Кому повернется удача. Навряд ли мне. Потому что... Оу, я получил денежку. Так, значит, ладно. 141 миллион. Мы покупаем рюкзак новый. Более мощный, потому что это мало нам. Очень мало. 8 миллионов. Самый мощный рюкзак. 24 миллиона. Блин, а у меня-то денег-то больше. 50 тысяч хранения. 75 тысяч хранения. Ух ты. Что это за вот такое маленькое хранилище? 100 миллионов. А у меня побольше. Блин. Гумная канистра. Я не смогу купить. 250. Ладно, давай тогда возьмем вот эту маленькую. Угу, на 100 тысяч хранения. Как она вообще выглядит? Ха-ха-ха-ха, это такая сумочка, прикинь. Ха-ха-ха, офигеть. Маленькая сумочка. О, у нас, смотри, время закончилось. И сейчас мы получим монетки. Надо бегать и ждать. Я в центр встану, буду смотреть, где больше всего монет будет. И туда я побегу. Оп-о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 п. В смысле, алло. Собирайтесь, собирать по 500. Блин, мало, конечно. А, давай на опережение. Я собрал. Ну, хоть немножечко что-то собрал. И того у нас, ребята, с вами осталось 41 миллион. И куча места для песка. Нет, теперь я хочу купить все-таки... какую-нибудь новую копалку. Потому что меня эта копалка совершенно не устраивает. Я хочу что-то поинтереснее. Сколько они стоят здесь? 250 миллионов. Пасхальная корзина. Ладно. Отходим дальше. Двойные совки. Да. Это... Я не знаю, как они работают. А, ну я смотри, могу выбирать двойные совки, но я выбирать могу именно там, где я хочу копать. Здрасте. Пожалуйста. Двойные совки. Ну, достаточно медленно все это делается, но все равно прикольно. Двойные совочки. На что денег хватило, короче. Ну, быстро копается. Сейчас будем искать. Вот сундук вижу. Блин. А тут яма? А, нет, это я накопал. Сейчас будем делать шахту. Как в Майнкрафте. Так, встаем сюда и копаем. Вот сундук. Есть. Денежка заработана. Так, знаешь, что сделаем? Продаем 1200 монет. Мне нужно что-нибудь поглубже. Вот, смотри, глубокая штука. И тут сундук какой-то, смотри. Сейчас мы тут прокопаем. И там будет сундучок.
Да, быстро я сундуки, кстати, открываю. Но мне это не... Я хочу поглубже. Чем глубже, тем, ребята... Блин, это же место, где я копал, да? Офигеть! Это то же самое место, где я копал? Нет. Мне нужно куда-то что-то... Вот, смотри, вот здесь. Нифига, сколько глубина? 134 блока. Смотри, у этого прикольная копалка. Интересно. Ладно. Я пойду немножечко вбок. Во, смотри. Нашел сундук. Сундук астронавта. Ну, не сильно много там монет было. Короче, чем дольше ты сундук открываешь, естественно, тем этот сундук более интересен по монетам. Вот, радужный сундук мы нашли. Ой, он долго будет открываться, капец. Но там, в радужном сундуке, ребята, много монет. Очень много монеток. Так что я сейчас буду копать и посмотрю, сколько там монеток у нас будет в этом радужном сундуке. Нет, его слишком долго. Его слишком долго копать, я на это не подписывался. Давайте в другом месте посмотрим. Где-нибудь еще покопаем. О, смотри, ямка. Уии! Блин, чувак, как же ты быстро копаешь? Слушай, подожди, алло. Дай немножечко куда. Блин, да подожди ты, алло. Смотри. Смотри, что он творит. Он очень... Не знаю, что там у него за лопата, но я, короче, попал. Я попал конкретно. Я хочу выбраться отсюда. Но я не успеваю откапываться. Оп-оп-оп, блин. Ладно, по-другому будем делать. Блин, а... Да, я выйду отсюда, алло. Смотри, он мне не дает выйти, а? А что за гад такой, а? Так, секунду, ладно. О, наконец-то я вышел, алло. Там много всяких сундуков было, но... крутых, но я их уже, конечно, не найду. Да, все. Вот он, смотри, сундук какой-то там крутяцкий. А нет, смотри, вот еще здесь есть сундучок. Золотой сундук. А, кому интересно, сколько золотой сундук дает? 230 тысяч. Не сильно и много, но, в принципе, тоже неплохо. Вот еще один сундук, смотри. Старый... Трезубец сундук называется. 136 тысяч. Ох ты, какой-то сундук Марса. Блин, столько названий. Ну вот это прикольные такие лопатки. Двойные совочки. Мне нравится. Можно много найти сундучков. Но пока 26 миллионов, нам нужно очень много миллиончиков, чтобы что-нибудь помощнее хочется купить. Но это будет в следующий раз, так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы встретимся в следующем ролике с вами, ребята. Всем пока-пока!